19 декабря в Омском велотреке прошел турнир по боевому самбо, посвященный Дню образования органов военной контрразведки ФСБ России. Более 100 спортсменов из Омской, Новосибирской и Тюменской областей соперничали в 6 категориях. Поддержать бойцов пришло большое количество почетных гостей. На открытии турнира самбистов поздравили и пожелали успеха начальник управления ФСБ России по 33-й ракетной армии генерал-майор Сергей Бракаренко и министр спорта Омской области Дмитрий Крикарьянц. Действительно, вопросы патриотизма на сегодняшний день являются одной из самых важнейших задач нашего государства. И не случайно сегодня мы проводим соревнования, посвященные Дню военной контрразведки. Потому что органы безопасности сегодня действительно находятся на переднем крае борьбы с теми вызовами, как говорит наш президент, которые атакуют нашу страну. Успехи Омской области в развитии боевого самбо получили достойную оценку на российском уровне. В рамках церемонии состоялось вручение нагрудных знаков за содружество президенту Федерации самбо и дзюдо Омской области Владиславу Юрьеву и председателю Омского отделения Российского союза боевых искусств Алексею Резникову. Кроме того, Дмитрий Крикарьянц вручил Владиславу Юрьеву благодарственное письмо министра спорта России Олега Матыцина. Это плод совместной работы управления, министерства. Дай бог, будет продолжаться ежегодно. Стараемся всеми путями и способами прививать молодежи ценности правильные, любви к своему отечеству, уважение к сотрудникам силовых структур, к нашим воинам. Отличную технику и в стойке, и в партере продемонстрировали бойцы всех команд, участвовавших в турнире. Уверенную победу одержал самбист из клуба «Александр Невский» Дмитрий Михайлиди. Спортсмен действовал быстро и изобретательно, досрочно выиграл финальный поединок. Я смотрел своих соперников, и на каждого соперника был свой подход. Да, что можно сказать, я молниеносно принимал решение, и результат на лицо, можно сказать, не дал никому ни единственного балла. По две золотые медали выиграли самбисты Омского автобронетанкового инженерного института и школы «Шторм». В составе армейской команды отличились Данил Винниченко. Спортсмен взял верх в абсолютной категории. Молодой самбист Максим Комар выиграл все 5 поединков соревнования досрочно. У штурмовцев главные награды турнира завоевали опытные бойцы Умар Янковский и Максим Якобюк. Работа в кимоно, то есть много технических моментов, борцовских именно, плюс ударка, что является коньком, в принципе, «Шторм». Мы это все нарабатываем, воплощаем в жизнь. Еще одну золотую медаль выиграл Иван Серягин из омского клуба «Северный десант». Левый, 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 левый.